Даже и не верится, что сентябрь месяц. Мы в платьях, в шортах, раздетые. В Красноярске сейчас дневная температура плюс 10-12. А здесь в Анапе плюс 30 дней доходит. Классно. Живем мы пока в самом центре города, поэтому у нас есть возможность любоваться красотами Анапы постоянно. Сегодня чудесный вечер, солнечно, на небе не облачко. А еще вечером мы съездили в Витязево, в рыбный магазин. Такие магазины, конечно, есть и в городе, но почему-то мы выбрали именно этот. Я вам сделала обзор по стоимости рыб. В целом, цены практически такие же, как в Красноярске. Выбор большой, нам понравилось.